Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну и как мы видим, у нас турнир закончился. Забираем свой приз. Да, ребята, вы видите, где я нахожусь? На Сёгуне, 3 звезды, я все-таки сделал то, к чему так долго шел. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас, ребята, здесь выпадет. Так, 7700 сюрикенов, отлично. Так, Леонардо, ролевой, 35 ДНК, 90 золотых осколков и 45 платиновых. Отлично просто. Так, ну что же, а у нас, ребята, откатилась, как говорится, неделька, и нам придется с вами все начинать с нуля. У нас все откатилось, поэтому будем заново все начинать. Ну что же, приступим, подожди-ка, в магазине. Так, здесь у нас ничего, здесь ничего. Здесь пока тихо. Так, за осколки я уже дрался. И у нас на арене теперь будет розыгрыш Донателло Мага, да? Ну что же, хорошо, я в принципе не против, ребят. Так, а здесь у нас что за новые испытания? Классическая бойня и девичья сила. Ага. Ну я думаю, что мы с вами, наверное, начнем все-таки с арены. Чем раньше мы с вами возьмем старт, тем лучше будет для нас в дальнейшем. Так, и давайте выбирать. Тут уже... Ага, вот этих вот. Поехали. Кстати, ребят, подождите секунду. Я хотел посмотреть. У нас же платиновых осколков как раз хватает для того, чтобы прапать черепашек. Например, я хочу прапать Рафаэля, да? Давайте глянем. 400... Ай, елки-палки, не хватает, ребята. Всего лишь 5 платиновых осколков нам не хватает для того, чтобы я смог его сделать платиновым. Ёпрсете. Ну, то, что еще 1000 сюрикенов, это, в принципе, ерунда. А вот с осколками-то плохо. Вот тебе и незадача, ребята. Ой, да. Значит, опять на этой неделе не судьба у нас. Ладно, не будем переживать. Поехали тогда с вами на турнирную арену. В бой, конечно же, в бой. Как же мы так лопухнулись-то, а? И будем сейчас с вами кого-нибудь чекрыжить. 10-10, 10-10. Ну, давай, наверное, мы начнем с простеньких, да? Например, вот с этого. Прыгаем с вами в самый конец. Так, ну давай. Вот так вот приступим. Больше там никого нет? Нету. Все, начнем разбирать их. А в принципе, тут можно, ребята, автобой даже включить. Я думаю, что они тут справятся и без меня. Да? Сейчас посмотрим, прав я или нет. У меня персонажи 20 уровня. А у него там 15-19, по-моему, да? То есть в любом случае мы здесь должны выиграть. Да, оно так и происходит. Ну, неплохой старт. Но не забывайте, что это только начало. Так, 210 мутагена мы получаем. И продвигаемся с вами на воин 1 звезда. Отлично. А мы с вами едем дальше. Так, и кто у нас здесь? Ну, давайте предположим, я... Ага, вот этих вот надо брать. Да-да, именно вот этих вот. И, так, секунду. Черепашка, Бибоп, черепашка. Поехали. Слушайте, ну, я вам скажу, что до Сёгунов 3 звезд мне даже пришлось немножечко докупать откаты. Потому что там буквально мне не хватало 2-3 боев. Карточек не хватало. И мне пришлось их, ребята, брать. Ну, за доллары я имею в виду. Не донатить, а за доллары покупать. Так что, как бы без этого я, конечно, ничего бы не достиг. Но, честно говоря, я думал, что у меня все хватит. Думал, заработаем с вами осколки. Сегодня, думаю, черепашку какую-нибудь сделаем с вами платиновой. Но я, видимо, где-то просчитался. Ладно, ничего страшного. Зато есть к чему, как говорится, стремиться. Да что такое, этот стокман ты достал уже. Будешь падать? Вот, отлично, ребята. Ну, и остался у нас здесь Бибоп. Я думаю, что мы его без проблем сейчас быстренько отчекрыжим. Так, меткость мы ему понизили, это уже хорошо. Соответственно, он уже будет мазать. Захотел чего, голубчик? Нет, родной, отдыхать тебе надо. Вот так вот. Ну, а мы с вами пока идем очень хорошо, без проигрышев, полными составами, так что получаем бонусы в полном размере. 231 мутаген, и с вами мы попадаем, да, именно на 2 звезды воин. Катим дальше. Так, кто у нас тут?
11-12. Вот это вот неплохая парочка. Давай-ка мы возьмем их и посмотрим, кто у нас. Оу. Опасно, если честно, ребят, смотрите-ка. Так, мы сделаем с вами по-хитрому. Возьмем Рафа, Кирби и возьмем одного такого довольно серьезного персонажика. И это будет у нас, скорее всего... А давай вот так вот возьмем Рафика 30 уровня. Он довольно мощный, и я должен завалить, в принципе, им вражеских персонажей. Сейчас проверим. Так, начинает Карайка. Естественно, Бибоп. Так, ага, и Эйприл. Ладно, нам нужно кого в первую очередь? Я думаю, что Бибопа убрать. Попытаемся. Ну, он почти наш, ребята. Он почти наш, но нам надо хиляться. Сейчас мы немножечко с вами хильнемся. Опять ты? Ты достал уже, Карайка. Слушай, я что-то не понял, а почему это он так часто ходит, эй? Ну-ка, давай-ка, надо было бить. Надо было бить, зачем я вот это сделал? Скорость понизил. Так, хорошо. Ну-ка, маленький дракончик, пыхни. Так, постепенный урон висит. Ну, это уже хорошо. Слушайте, я боюсь, что Рафик сейчас упадет у нас. Так, давай-ка мы теперь Карайку попробуем наказывать. Так, пробьем, нет, интересно? Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает, ну-ка. Да что ты, Кирби, ё-моё, ну что ты делаешь-то? Так, давай-ка тогда Эйприл будем разбирать. Карайка сейчас в любом, в принципе, случае у нас упадет. Ведь так? Ну-ка попробуем крикнуть. Есть. Нет, ну как же так? Ну блин, ну чтоб тебе, ну вот. Вот так вот, ребята. На самом начальном этапе мы уже идем с потерями. Меня это расстраивает. 121 мутаген, соответственно. Ну мы хоть и перейдем, конечно, на воин 3 звезды, но на начальных этапах нельзя ни в коем случае проигрывать. Это наш старт, ребята. Чем быстрее мы с вами продвинемся вперед, тем лучше будет для нас. Так, ну что ж, здесь выбираем, естественно, вот этих вот. Просто понимаете, уровень-то уже какой? 23-й, 24-й, да? А у меня только 23-й начинается. Ладно, хорошо. Я думаю, что здесь мы справимся за счет Армагона. Он у нас довольно сильный. И я думаю, что здесь, в принципе, да, должны справиться. Единственное, что здесь нужно сразу же, мне кажется, убирать вот этого Ивана. Потому что у него есть массовая атака. А она мне вообще здесь не нужна. Так, Гека, естественно, усиляет свою команду. Это понятное дело. Он делает ей повышение скорости. Ага. Вот даже как. Почему у него инициатива, блин, круче, чем у меня? Я вот этого никак не могу понять. У меня вроде бы такие персонажи не ватные, елки-палки. И по уровню не слабые. Оу. Ай, Кунаичи, Кунаичи. Сейчас тебя тут, наверное, разберут. Да ты посмотри, что он делает, а. Еще и атака у него усиленная. Ну вот как, вы посмотрите, у него инициатива просто хлещет, блин. Я ничего не успеваю сделать. А у него уже по 2-3 раза ходят персонажи. Как это вообще может быть такое? Я не знаю. Ну да, уровень 24, но у меня тоже 24. И все равно он меня разбирает. Не знаю. Инициатива, это я понимаю, конечно, что этот Гекка, он сделал ускорение, как говорится, да? На всю команду. Чтобы у них была скорость повышенная. Ну не настолько же, елки-палки. Все, здесь мы вообще слили с вами бой. К сожалению. Как это не прискорбно, но надо признать. Вообще слили бой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, впредь надо быть аккуратнее. Я просто расслабился, знаете. Надо собраться, в конце концов, и наказывать их всех. Так, выбираем. Сейчас, не волнуйтесь, мы сейчас это быстро все дело с вами наверстаем. Пускай радуется. Но я думаю, что это будет смертельная его радость. Выбираем так, так, так и вот так. Все, ребят, пошел, как говорится, разрыв пукана. Все, их здесь ничего не поможет. Давай, блин, Хан. Вот так вот, отлично. Теперь будем веселиться. Так. Хопа, ах ты, елки-палки. Ты как умудрился выжить-то? Интересно мне знать, а? Донни. Так, Лео разбуянился. Еще один Лео. А, здесь два Леонардо. А, ну тогда всех поджарим. Чего ж тут?
Отлично. Так, вон того надо ликвидировать. Не получилось. Хорошо, давай так сделаем. Замечательно. Ну, Раф. В принципе, я думаю, что Леонардо здесь уже не выживет. Все. Я же говорил, будет разрыв. Вот он. Ловите, как говорится, на блюдечке. Ну, а мы с вами едем далее. Так, мне сегодня надо дойти... Наверное, до самураев первой звезды. Но я в чем сомневаюсь, что уже получится. Но постараемся. Так, 26-е. Смотрим здесь, ребята, вот по этим статам. И я думаю, что здесь нам лучше взять... Да, вот этих вот ребят. 23-й... А, 25-й, 28-й уровень. А у нас вот такие его ребятушки. 27-й и 25-й. Как раз подстать, да? Ну что ж, приступим. И здесь, в первую очередь, я думаю, нам нужно убирать... Наверное, Стокмана. Попробуем сейчас вначале его накрыть. Если получится, а я думаю, что получится. Так, ну-ка, добьешь, Майки? Нет. К сожалению, он отхиливается. Ладно, а мы продолжаем его бомбить. Не упал. Да что ж ты будешь делать? А какой крепкий. Лео, успокойся. Так, у нас, если что, ребята, есть отхиливание. Микеланджело может хилять. Не забывайте это. Так, давай-ка вот эту парашу бросим в нее. Этот гриб липучкин. Пускай ее кусает. Вот так. Он еще и заблокировал ей способности, ребят. Вообще шикарно. Тресь. Ой. Майки, почему ты так слабо бьешь? Вот мне интересно знать. Так, а этот все неугомонный никак не... Так, все, по-моему, пора, ребята, пополнять нам здоровье. Так, а что у нас делает носорог? Вот когда он кричит. Так. Ага. Он делает, ребята, провокацию. Круто. Так, а мы еще вот так вот хильнемся с вами. Упс. Они этого, наверное, не ожидали, да? А зря, зря. Так. Ой, какой он мощный, ребята. Они просто не могут его пробить. Моего носорога, вы представляете? Он просто стоит, и ему пофиг на все. И бомбит он не по-детски. Так, ну что, я думаю, наверное, нет. А да, справились, как ни странно. Хотя была пониженная атака у нас. Так, успокойся, успокойся, не надо. А, все, провокация закончилась. Понял, почему он такой борзый стал. А ну-ка, упс, отлично. Слушай, да что же он такой жирный-то? Как его пробить-то? Эй, вот докопался бы до моего Донателла, а? Так, давай-ка вот так вот. Слушай, не хочет. А ну-ка, вот так, если мы по нему бумерангом. Есть. Шикарно. Ну что же, мы двигаемся с вами дальше. Так, куда мы сейчас с вами продвинемся, мне интересно знать. О, да, мы с вами зашли уже в элиту. Это неплохо. Погнали. Так, и выбираем мы здесь. Я вижу, вот, неплохая компашка с хорошими бонусами. Так что будем, наверное, с них начинать. 26 уровни. Как раз, ребята, мне подстать. Ой, тут один... Кстати, а, мы же с вами ДНК получили на Лео, да? Но, видимо, их мало. Потому что у нас не было возможности его проапать. Но вы представляете, что он будет сейчас делать? Ой-ой-ой-ой, здесь нужно вот этого убирать. Хиллера. Хиллер нам здесь не нужен, согласитесь. А ну-ка. Отлично. Так, и вот эту вот волну запустим. Е, круто. Слушайте, а теперь я думаю... Не, давай-ка Гека попробуем убрать. Он здесь нам тоже не нужен. Гека нам не нужен. Успеет он, интересно? Ах ты, это сделал оскорбление. Это сделал оскорбление, соответственно, ребята, он провокацию сделал себе. И его сейчас... Слушай, а его сейчас мы легко, по-моему, пробьем. Вы посмотрите, как он разбирается. Упс. Так, а ну-ка. Вообще вата. Ну, я думаю, что и Гека сейчас упадет. Отлично. Мы меткость Рокстеди понизили, соответственно, он сейчас будет мазать. Ну-ка, проверим. Да, вообще мажет капитально, ребят. Ну, за это он и поплатился. Слушайте, а неплохо. Вот сейчас вот уже нормально мы с вами идем. Грубо говоря, выровнялись. И уже, смотрите, как с вами поднимаемся. Уже элита 2 звезды, отлично.
А у нас еще очень много персонажей, ребят, так что мы, наверное, сегодня далеко пройдем. Ну что, я думаю, что выбрать надо вот этих ребят. Почему? Во-первых, я выбираю ребят вот по этим бонусам. Вот персонаж выжил, то есть наш, у нас дополнительные бонусы идут, они множатся. Ну и также еще смотрю, ребята, на звездочки. Видите, здесь нет вообще золотых звезд, одни серебряные и бронзовые. А здесь есть, соответственно, этот персонаж должен быть слабее. Поэтому поехали, посмотрим, насколько он слабый. У него как раз уже подходит к 30 уровню противники, а у нас уже давно 30-й. Так что, вау, тут даже вот так вот делаем. Уже выросло количество противников, соответственно, мы можем взять большее количество себе бойцов. Так, да хорош ты, ёпрасеты, вот начинают они. Кто здесь нам... Слушай, смотри, у него Донни массовая атака, да? Карайка массовая атака, хиллер. И этот антибафер, блин, я не знаю, что делать. Так, если что, мы сможем подхиляться. Но не сейчас, чуть-чуть попозже. Так, постепеночку повесили. Я не знаю, стоит ли нам... Да ладно. Что, серьезно, что ли? Вот это не... А вот так вот, если мы сделаем. Так, меткость, по-моему, да, понижаем? Да. Вот это по красоте. Так, надо его добивать. Хана надо добивать, отлично. Так, этот, естественно, хилять будет. Как же без него-то? Ну, а мы с вами... Давай-ка вот так вот сделаем. Вау, круто. Ну, естественно, естественно, он свои сюрики пускает. Так, ну что, пора, наверное, нам уже, ребят, потихонечку хиляться. Вам так не кажется? А мне кажется. Сейчас мы только... Упс, упс. О, Донни. А ты практически готов. Обожаю персонажей, у которых есть отхиливание. Очень... пригождается и практически всегда. Я еще не помню тех уровней, особенно на максимальных, где не надо было воспользоваться отхиливанием. А ну-ка, давай-ка гранатку бросим. Упс, отлично. Все, ребят, я думаю, что здесь победа будет за нами. Они уже с нас ничего не поимеют и пробить нас не смогут. Вот единственное, что мне не нравится здесь Донни. Какой-то он тут нервирующий, если честно. Ну-ка, пинками, пинками. Ну, пробей его хорошенько. Во. Слушай, он докопался уже, достал уже. Ты мне еще давай урони, блин. Так, пора за него браться. Причем капитально. Да? А ну-ка, опс, еще удар. Добей его. Вот так вот отомстил, молодец. Фух, все цельненькие, все здоровенькие, поэтому бонусы получаем в полном объеме. Так, ну-ка, какой, 50-е место? Вау, 28-й даже. Ну это шикарно. Так, а мы с вами дальше двигаемся. И тут у нас... Я вижу только одного конкурента. Вот он, 13-15. 32-й, 31-й, 33-й уровень. Ой, ребята, вот это уже как-то нехорошо, если честно. Я, конечно, возьму... Кстати, спасибо всем большое, кто объяснил, кто такой Рахзар. После этого я посмотрел еще... некоторые передачки, мультики. Да, действительно, Крис превратился вначале в этого... Как его звать-то, я уже забыл. В Острозуба. А после того превратился уже в самого Рахзара. Очень было приятно посмотреть. И я был немножко даже удивлен, что это был Крис. Для меня это как бы открытие, если честно. Ну что ж, давайте разбираться с этими олухами. Так, и тут там нужно, скорее всего, убирать. Ну давай попробуем. Ну давай Рафика начнем. Попробуем, ребята. Так, отлично. Надо его тогда уже пробивать, да? Ой-ой-ой-ой-ой, что так слабо-то? А он вообще мажет. Так, ты куда собрался? Ребята, у нас просто у ворот офигенно стоит, поэтому никто ничего сделать нам не может. Так, хорошо. Так, понизили атаку нам. Этот сейчас будет... Ах, он сделал защиту. Мы тогда тоже с вами защиту сделаем. Оп. И, пожалуй, сделаем, наверное, с вами провокацию. Вот так, надо добивать нам этого Рафаэля, он тут не нужен. А вот так вот, если мы еще усилимся немножко, ребят, с вами, а? Я думаю, что это будет хорошо. Этот, естественно, делает отхил Кирбита. Так, ну что же, пора, пора, ребята, его наказывать. Да что ж такое-то, маг мы тут еще буй...
Да. Офигеть, ребят. Вот этого я, честно говоря, не ожидал. Какой же он ватный, а? Ёпрсты, если бы я знал, что он такой слабон, я бы не стал бы провокацию на него делать. Да. Я не могу разобрать Рафаэля. Чё за ересь-то, эй? Так, нам еще и меткость понизили. Слушайте, как бы тут не слиться. Да, вот это вот жесть, ребята. Вообще мажем. Так, хорошо, ладно. Давай вот так попробуем. Блин, упали. Упали у нас бойцы. Так, ну здесь понятно. Сплинтеры им так легко не взять. Это однозначно. Так, попробуем наказать Макмана. Слушай, а почему, интересно, у меня сплинтер не имеет контратаки? Или ему потом она прокачивается, эта возможность? Сейчас он в данный момент вообще не бьет. В ответку, по крайней мере. Ну-ка. Да вы добьете Макмана-то, ёпрсеты. Что же за дела-то такие? Сейчас ударит Пиццелицева, да? Угу, так и есть. Пиццелицей отдуплился. Этот опять все своими сюриками, а? А если мы так же сделаем? Ну, у нас плохо это развитая способность. Поэтому, слушайте, я все ставки делал вообще-то на сплинтера. Ну, как мы можем видеть, что, по-моему, он у нас скоро крякнет. Крякнет он, да? Пробить не можем, блин. Неужели у Донателло такая офигеть? Еще этот гад подхиливает, а? Ой-ой-ой, мажет, хорошо, ладно, давай мы тоже сделаем защиту. Так, я буду бомбить вон того олуха. Не знаю, что у нас из этого получится. Ты будешь падать уже, а? Мажет, мажет. Так. Ну, когда ж ты упадешь, а? Есть, он упал, ребят. Оу, все. Фейл. Да. Дрался я до последнего. Почему-то вот 30-е уровни у меня самые, как сказать, самые слабые. Вот я уже заметил вот эту тенденцию, что как только мы начинаем играть 30-ми уровнями, все, мы сразу начинаем сливаться. Так, ладно, я поехал дальше. Так, север возьмем, Доника, Доника, так, и давайте-ка вот так вот сделаем. Блин, я, считайте, уже 3 боя слил, соответственно, сколько я потерял возможности повыситься по рангу. Вот так вот, ребят. Так, ладно, поехали. Но здесь кого нам нужно убрать? Так, хорош. Ты посмотри, что делать, а? А если мы вот так вот сделаем? Бесполезный какой-то был бросок, если честно. Так, защиту им понизили, это хорошо. А вот так вот, вот. Опс, землетрясение. Ты посмотри, как... Вот кого нам нужно качать, ребята. Мутагеноида. Он своими ударами, блин, просто массовыми бомбит на повал. Так, едем дальше. Куда мы сейчас? Хоть в элиту 3 звезды. Да, попадаем в элиту 3 звезды. Ну, про самураев, наверное, нам стоит забыть на сегодня. Слушай, мы же, по-моему, вот с этой девушкой дрались уже. Вот буквально недавно. Боя 3-4 назад. Как она? Видать, тоже сидит в игре. Так, ну что же, выбираем, ребят, с вами 13-15 и... Они все одинаковые, надо брать слабеньких. Вот эту вот я выберу. Вот эту бригаду именно с этой девчулей. Слушай, они ли меня тогда разобрали, нет? Хренушки им. Лысого. Я буду мстить. Вот этой команды вполне за глаза, ребята, чтобы порвать их в клочья. Здорово, ребятули, ждете меня? А вот и я подоспел. И начнем мы с Криса. Не хочу, чтобы он тут всех бафал. Ну-ка, массовый выстрел. Отлично. Атаку мы всем понизили, так что теперь можно не волноваться. Иммунитет он повесил. Вешай, что ты хочешь. Тебе это все равно не поможет. Так. Хоп, естественно, хиляться. Как же без этого-то? Так, Рокстеди ищет, чем бы стрельнуть. Нашел какую-то пукалку. Макман плюется, и хорошо довольно-таки. А ну-ка, вот так вот. Раф, ты что делаешь-то?
родной, отдохни маленько ты. Устал, поди с дорожки-то. Вот и все, делов-то на копейку. Так, остался у нас Рокстеди и, естественно, Леонардо здесь. Выеживается, что-то выеживается. Фу, меткость понизили. Так, а это сейчас будет разбегаться, да? Споткнется. Упс. Ребят, ну вот как так может быть, а? Ну вот как так может быть? Он просто с удара взял короля, блин, мне крысиного завалил. Ну это все было хорошо, блин. Я ее запомнил. Еще, наверное, увидимся. Ну? Блин, мы зайдем сегодня в самурай или нет, а? Кто мне скажет? Да, конечно, зайдем, ребят. Никуда не денется. Все будет у нас пучком. Так, 13-15. О, 13-16. Вот это вот в самый раз для нас. Да, сюда нужно... Сюда нужно просто забегать с криками «Я здесь главный!». Смотрите, Шреддер, Тигр, Бакстер, Карай и Эйприл. 45 уровни против 36-37. Ну, что я могу здесь сказать? Им просто не повезло. Хоть и играет девочка какая-то непонятная. А может быть, просто аватарочку такую взяла, где-то стрела. Так, ну это и не важно. Главное, наказываем. Пумс. Что такое, не понял? Все еще стоите? Вот так вот. Да посмотри, это Донателло. Вот. Постоянно какой-нибудь один чувачок, но остается. И это почему-то именно черепашка. Ну, добро пожаловать, ребята, в самурай. Ну, правда, одна звезда пока еще. Но и бои не закончены. Так что все впереди. Ого. Так, кого же нам тут взять? Я думаю, что вот этих вот лучше возьму. Ой, а у нас уже осталось-то совсем немножко войск. Совсем немножко. Ладно, поехали. Ну, здесь, естественно, ребят, будет победа за нами. И тут к бабке не ходи, как говорится, да? Смотрите, начинаем вот так вот. Пол хп сразу снесло. Ну, а теперь можно просто обычными ударами. Во, даже вот так сделаем. Все, ах ты, ёпрсоте. Выжил. Ну и последняя у нас команда. Я думаю, что, наверное, мы в самурай-то зайдем. Две звезды, по идее, должны. На какое место мы сейчас? Так, 38-е. По идее, да. Мы делаем с вами последний бой. И это у нас, возьмем самых сильных. Давай вот это вот. И выбираем вот этих вот последних наших ребят. Все, в бой. Тут можно просто, ребята, автобой включать и наслаждаться. Они порвут любого. Просто с удар. Ну, сами понимаете, 70 уровень. Против 37-го. Что он не сделает? Ничего. Я даже сомневаюсь, если они будут меня атаковать, смогут ли они вообще по мне попасть. В незаметность он ушел, а? Да, конечно. Ну, давай. И, пожалуйста, в самурае две звезды. Ну. Да. То, что нужно, ребята. Правда, 92-е место, соответственно, они могут меня еще скинуть, пока у меня произойдет откат. Ладно, с лигой, как мы понимаем, закончили сегодня. Поэтому, наверное, давайте-ка попробуем сейчас с вами другие бои. Это испытания. Девичью силу мы потом, наверное, с вами поюзаем, да. А сейчас, наверное, классическую бойню включим. И смотрим, кто у нас здесь будет разыгрываться. Угу. Понятно, классика — это в плане того, что у нас Бибоп Рокстеди, Черепашки-ниндзя и, соответственно, Шреддер с Крэнгом. До Крэнга я ни разу не доходил. Даже не знаю, что он там делает. Так, ну что же, приступим, пожалуй, да? Бибопчик, наш родной. Поехали. Погоди, что-то я не туда нажал. Вот сюда. Кого мне дали? 72-й, 70-й. Ладно. Сгодится. Погнали. Ну, эти ребята 10 уровня. Даже зацикливаться не будем. Просто на изейший пройдем. Сколько там волн? 3. Понятно. Так, это у нас вторая волна. Слушайте, а маузеров, если я не ошибаюсь, у нас придумал как раз-таки Стокман, да? Наш этот придурочный, как говорится, чудо-инженер, который потом превратился, блин, в муху.
Так, ну что же, отлично. Здесь мы с вами победили. Двигаемся тогда дальше. Мы ДНК получаем бибоповского, да? Да, именно бибоповского. Вот он, ДНКуля. И теперь Рокстеди. Поехали. 20-е уже уровни. Давай, на автобой опять же. Ага, минус, минус, минус. Надо будет потом посмотреть, конечно, у Сплинтера, когда у него будет этот... Мне кажется, это пассивка должна быть. Именно при пассивке он контратакует. А пассивка у нас открывается, по-моему, на следующем апе. Так, ну и здесь вообще все с удара падают. Отлично. Газуем дальше. Так, дайте мне ДНК. ДНК срочно мне. Есть. Рокстеди классический. У меня, кстати, он, по-моему, ребят, не открыт. Хотелось бы открыть. Ну что же, вперед. Так, уже 30-е, 35-е уровни. Скоро будет, знаете, кому плохо? Эйприл и Майку. Будет очень плохо. Микеланджело. Потому что они у нас 45-го уровня. Будут потом отгребать по полной программе. А ну-ка се. Ой, здесь такие враги ватные, да? Маузеры. Футовцы. Причем вот эти вот футовцы, это же не кланы ниндзя. Клан ноги, да? А это же, по-моему, эти кренговские ниндзя. Типа киборги. Или я ошибаюсь. Киборги, скорее всего, это ребята, у которых по 4 руки. Еще с молотушками, с этими, блин. С дубинками, да? Или которые вот лазером стреляют из глаз. В таких шапках-то специфических. Вот это, наверное, кренговские. А это пока еще, ну, настоящие. Истинные футовцы. Готовы. Все, здесь прошли. Погнали далее. Ну, давай, давай, загрузка, не тяни. О, Донателло классический. Ну, это, ребята, чистая классика у нас идет. Давайте теперь Леонардо. Вот, 45-е уровни. Плюс Шреддер здесь будет. Ладно, давай автобой, посмотрим, как здесь у нас пойдут дела. Слушайте, ну я думаю, что здесь мы тоже справимся. Так, меткость понизили. Ой, ты тихо, ты тихо. Че у нас Сплинтер-то на поле? Эй. А, ну все, ребята. Если Рафаэль берет провокацию, это говорит только об одном. Что всем крышка. Тыч. Отлично. Ну что, как вот ты хиляешь, Бибоп. А, он не хиляет, он иммунитет делает. Ну, это ему не поможет, согласитесь. Ну, тыч. Все, нокаутировали. Ах, ну да-да-да. Шреддер из Манхэттена. Так, вышел такой деловой, да? Сейчас же быстро получит. Так. Упс. Что ты? Что ты? Ах, ты смотри, он тоже может хиляться. Вот оно что. Причем он на себя сделал... Не понял. Вот, сняли. Давай дальше бомбим, ребята. Так. Отлично. Слушайте, даже Рафаэль, несмотря на то, что он 70-го уровня, не так сильно бомбил его. Вот Леонардо наказал. Победа за нами. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Ну давай. Леонардо, классика. Еще одна ДНК у нас прибавилась. Так, и у нас здесь идет кто? Микеланджело. Погодите-ка, ребят, секунду. Я хотел посмотреть. Ах, здесь не разыгрываются, да, у нас платиновые осколки. Жаль, жаль. Ну что? 55-е, 50-е уровни, ребята. Это уже большой и серьезный вызов для Микеланджело и для Эйприл. Я боюсь, здесь уже им никак не выжить. Будут падать. Ну, пускай не на обычных мобах, но на боссе точно они упадут. Так, здесь мы разобрали. Слушай, ну, Майки что-то еще может делать. Еще бомбит. Так, ага, тут еще и 4 волны у нас.
Слушай, Майкл, ой, Раф, тебе надо было здесь, наверное, все-таки брать провокацию, мне кажется. Ой-ой-ой, как они бомбят-то здесь. И вот смотрите, я заметил такую тенденцию, что мои ребятули начинают бить не босса, а убивают вначале спам. Ну, вот этих вот левых монстров, так скажем, да, которые нам здесь мешаются. Они не начинают атаковать, например, того же самого Бибопа нахрапом. Они вначале убирают охрану, якобы, а потом, когда он остается один, будут его бомбить. Почему так сделано? Не знаю, ребят. Так, вот это сейчас было бесполезно, на самом деле. Минус. Двигаемся дальше. Это у нас только третья волна. Кто здесь у нас? Ага, здесь у нас Рокстеди. То есть вначале Бибоп, потом Рокстеди. Так, поплатился головой. Минус, жестянка. Вот эти, кстати, роботы, которые вот с щупальцами, знаете, кого мне напоминают? И из Fallout 76. Помните, да, там эти бегают консервные банки-то. Но они не только бегают, они еще и летать умеют. Вот почему-то они мне их напоминают. Так, ну что же, четвертая волна. И здесь, как мы видим, Бибоп и Рокстеди уже вместе. И, кстати, здесь вот немножко меня удивляет, что Рокстеди у нас, да? Не, я понимаю, что он, конечно, у нас вот якобы вояка такой. У нас же Рокстеди ходил с гарпуном, насколько я помню. Мне кажется, вот он бы был эпичнее, если бы он действительно был бы с гарпуном, а не с этими пушками, гранатами и так далее. А у Бибопа в свое время, да, была такая фигня на голове, помните, шар. Это вот я из третьей части Черепашек-ниндзя, когда он раскручивал головой и этот шар выпускал. Так, ну что ж, готов. Забомбили. Ладно, ничего страшного, ребята. Кстати, там скоро будет у нас 89 уровень. Главное, что мы получили с вами карточку. Ну что, будем пытаться с вами Микеланджело одолеть. Там серьезные враги. А я думаю, надо попробовать. 65 уровень. Если Леонардо и Рафаэль не упадет, то мы пройдем, наверное, скорее всего. Так. Ну, естественно, Сплинтер упал. Раф сейчас почему-то сделал провокацию на ранней стадии. Странно. Ну ладно, посмотрим, к чему это приведет все. Так, минус, жестянка. Так, ну-ка, ответку. Отлично. Сейчас должны пробить мы этого Бибопчика. Так, тихонько ты выделываешься тут мне. Так, все, это нокаут. Поехали, вторая волна. Здесь опять Рокстеди, что ли, будет? Ну да, это повторяется у нас. Потом они будут уже вместе, да, это на следующей волне. А на четвертой тогда кто у нас будет? Ну, вот что мне интересно знать. Ты посмотри, что делать, а? Массовыми атаками бомбят. Оу, Майки упал. Сейчас и Эйприл, думаю, упадет. И у нас с вами останется, как обычно, наша победоносная двойка. Да-да-да, конечно, конечно, ага. За это ты поплатишься. Ну зачем ты вот это сейчас делаешь, усиление? Для чего? А, он еще и суперудар тратит. Лео, ёпрст, это зачем? Я этого, конечно, не совсем понял. Ну что же, сейчас они здесь будут, да, вдвоем. Давайте попробуем. Так, разнос сделать минус. Так, жестянка тоже должна минусануть. Так, тихо ты. Слушай, по-моему, пора хиляться. Вам не кажется? Леонардо, ты будешь там делать хил или нет? Так, провокацию делает Рафаэль. Хм, вот, молодец. Так, давай дальше эту жестянку. Упс. Слушай, этот что у нас, иммунитет или хил? Так, иммунитет повесил, ладно. Вот если вот таких вот пару ударов, да, ребят, от Леонардо, то, в принципе, Рокстеди бы упал бы уже. Все, Бибоп остался. И давай, Рафик, бомбань. Ах, ты вот так сделал, да? Ну, не прокатывает эта фигня здесь. Ну, добивочный есть. Так, и кто у нас тут на четвертой волне? Давайте посмотрим.
Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Ну, здесь, наверное, нам все, ребят, хана. Нам здесь будет очень плохо. Ой, и у нас еще и возможности. Что ты делаешь? Ты что делаешь? Оп. Нифига он, вот это он дал. Вот это он бомбанул. Мы, кстати, не сможем сейчас с вами подхилиться. Если мы даже это захотим. Сейчас кого-то уберут у нас из команды. Лео упал. Ты посмотри, какой Шреддер псих. Кстати, я с ним не встречался. И поэтому я даже не знал, что он умеет вот так делать. Ладно, ребята, проиграли мы здесь. Ну, это можно. Но, согласитесь, с двумя персонажами играть — это очень жестко. Ну что же, а мы с вами, пожалуй, на этом и закончим нашу серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно продолжим играть. У нас еще испытание там есть одно. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.